Доброго всем дня. Вот решила прогуляться по своему участку. Начинаю с улицы. Это у нас такие розы растут за двором. Показываю те, которые цветут. Вот эту розу мы посадили ровно год назад. Это плетущая роза. Неожиданно такая красивая. Мы даже не ожидали, что она такая будет, когда покупали ее. Очень удачный выбор у нас получился. Розочка очень красивая. Вот сюда мы посадили вот такой вот у нас кустарник розовым. Мы называем его розовый жасмин, но он называется немножко по-другому. Я все время забываю. Вот это большой куст был. Мы его рассадили на несколько маленьких. Его выкопали полностью, а он опять вырос. Груши мои наконец-то начали желтеть. Это очень поздние груши. Удивительно, как они еще не все упали. Они падают уже месяц, наверное, у нас. Это мои цветочки, которые во дворе стоят. Это моя роза Gloria Dei называется. Это комнатные цветы. Высаживала в открытый грунт. Такие вот гераньки. Вот такие эти груши желтые уже набрали. Вот это комнатные цветы. Вот столько груш я собираю, и они все еще падают и падают. Это мой кактус цветущий. Любит цвести только во дворе. Вот я его уже скоро занесу и все ему. Это мой розмарин в этом году, хоть он зацвел, слава богу. Укроп сажала уже в августе. На зелень. И вот начала рассаживать уже лук. Это посадила вот такой, рассадила первую грядочку зеленой. Потом уже начну зиму сажать, тут же готовлю место. Там хризантема набрала уже бутончики, вот-вот расцветет. Петунька. Розы еще цветут. Не все, но очень красивые. Тоже им всего только год. Мы их посадили в прошлом году сюда, пересадили. Я здесь делала палисадник. И выросли грибы неожиданно. Вот этот цветок выскочка, у меня их два вида, белый и розовый. Вот зацвел белый, высадила его в открытый грунт, и он зацвел. Махровая петунька вот эта. Вот это была у меня на этом месте росла такая же, только розовая. Она засохла. А это и понравилось тут на ее месте расти. Растет, цветет, радуется и нас радует. Листья уже краснеют у нас. Этот огурец оставил на семена. Он еще так и висит у меня. Это айва обычная. Листья винограда краснеют. И хочу показать унаби, китайский финик. Он начал становиться уже коричневый. И вот, кстати, вот в таком виде его квасят. Ну, я не пробовала, нам только недавно рассказали этот рецепт, что его можно, оказывается, не варенье, как я делала с него варенье, а его можно поквасить, посолить, помариновать
Ну, надо срывать его вот именно в таком виде, как он сейчас, потому что он еще не набрал сладости. Он сейчас такого нейтрального вкуса, не кислый, не сладкий, немножечко кисловатенький, немножечко сладенький. И это сейчас хочу еще показать. Вот это харьковская капуста. Это мы ее листья ободрали, у нее были огромные листья цыплятам. И вот это мои кабачки, которые я тоже посадила в августе, в начале августа. Начали уже давать плоды. На этом я хочу уже попрощаться. Всем пока-пока. Всем хорошего дня.